Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в Алании проходит очень знаменательное событие, и, конечно же, мы на нем присутствуем. Сегодня празднуется 50-летие одной из, точнее, самой старой газеты Алании, Йени Алания. И также сегодня открывается медиа-центр, Йени Алания медиа-центр и Дим ТВ. Теперь вот в этом здании, которое расположено за мной, будет не только редакция газеты Йени Алания, но а также телевизионная студия Дим ТВ, где, я надеюсь, мы тоже будем снимать различные передачи и ток-шоу. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на канал. Я думаю, что будет очень много интересного. За мной находится сцена. Там уже начались речи торжественные. Приехал министр иностранных дел. Мы постараемся взять у него тоже интервью. Ну, а сейчас я покажу вам, что же здесь есть интересного. И, конечно же, оставайтесь с нами. Вот так вот торжественно выглядит церемония, точнее вход, все украшено цветами. И газета Йени Алания, в переводе на русский язык «Новая Алания», начала свою печать. Первая газета вышла в 1968 году. И в этом году празднуется 50-летие газеты. Вот вы видите, здесь на таких импровизированных стендах выставлены первые выпуски газеты. Но начинаются они с 1982 года. Я надеюсь, что дальше мы увидим самый первый выпуск этой газеты, выпуск 68 года, 71, 70, 69 и 68. Вот это вот самый первый выпуск газеты. Также здесь представлена, прям на входе в газету, есть печатная машинка, на которой, видимо, и печатали первые выпуски этой газеты. Ну, а на доме висит портрет основателя этой газеты, отца нынешнего владельца газеты, вместе рядом с турецким флагом и портретом Ататюрка. Здесь очень много официальных лиц, и сейчас давайте пройдем на церемонию, торжественную церемонию открытия, посмотрим, что же там происходит интересного. Также есть небольшой фуршет, я покажу вам, чем же угощают гостей на таких мероприятиях. Ну а теперь, друзья, я покажу вам, как проходит торжественная церемония. Вот видите, у меня здесь тоже есть все на экранчике, камера подключена к телефону. Ну, а сейчас давайте пройдем и посмотрим, как же на самом деле проходят торжественные церемонии в Алании. Как вы видите, собралось очень много народу. Торжественное мероприятие. На сцене выступают различные ораторы. Сейчас я вам покажу, как выглядит стол, который был подготовлен для гостей с различными вкусностями и печенюшками. Вот так вот выглядит стол повара. Я еще ничего не кушала. Очень много гостей из Стамбула, с Анкары. Вот вы видите, приехал уже министр иностранных дел, губернатор Алании. И сейчас торжественную речь будет говорить как раз Мехмет Али Дим, который является владельцем газеты Йени Алания. Çok kıymetli kaymakamımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, sayın başsavcımız, sayın rektörlerim, siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, odalarımızın, sivil toplum örgütlerimizin çok değerli başkanları, yöneticileri ve
Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üye cemiyet başkanlarımız, değerli federasyon genel başkanımız başta olmak üzere ve tabii ki Alanya'mız. Bugün buranın sahibi Ertan Birinci dostum var. O burada. Yine Karpaz Üniversitesi sahibi Ahmet Erbaş dostum var. O burada. Ve Merkez Valimiz Sayın Can Direkçi Bey. O burada. Lütfen unuttuğum olursa bağışlayın. Hepinizi içtenlikle selamlarken şu günlerde en sorunlu diyemeyeceğim ama içimizi kanatan bir yer var. Irak. Kuzey Irak'tan gelen de bir dostumuz var. Aydın Maruf. Teşekkür ediyorum. Ne kadar uzun ünvanımız varmış onu da öğrendim. Çok değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli kaymakamımız, çok değerli konuklar, yeni Alanya gazetesinin çok değerli yönetim kurulu başkanı, yeni Alanya gazetesinin ailesinin çok değerli mensupları, değerli konuklar, sevgili hemşerilerim, sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Yeni Alanya gazetesinin 50. yıl töreninde bulunmaktan büyük bir mutluluk duydum. Çok değerli dostum Mehmet Ali Dime, nazik davet için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten 50 yıl herkesin başarabileceği, herkesin ulaşabileceği bir hedef değildir. 70'li yıllarda, öğrencilik yıllarımızda biz de Yeni Alanya ile tanıştık. Yeni Alanya gazetesine 50. yıl dönümünde gönderdiğim yazıda belirttiğim gibi ilk önce koleje giderken tabelasını gördük. Sonra çarşıya indik, gazeteyi okuduk. Siyah beyazdı o zaman. İmrenir tabii. Bu gazete nasıl çıkar? Onu da merak ederdik. Anadolu'da gazete çıkarmak kolay değil. Друзья, пока все гости находятся на торжественной церемонии, я хочу вам показать, как же выглядит студия и как выглядит вообще редакция газеты. Пока здесь мало народу, я вам все покажу, подробно расскажу. Вот это вот первый выпуск газеты «Ени Алания» 1968 года. Вот так вот раньше печатали, наверное, именно на той машинке, которая стоит на улице, и был напечатан первый выпуск газеты «Ени Алания». Как вы видите, газете «Ени Алания» исполнилось ровно 50 лет в этом году. Вот такой вот логотип они придумали для этого торжественного события. Ну, а офисы выглядят вот так. Здесь сделали... Познакомьтесь. Как тебя зовут? Как тебя зовут? Тебя так зовут? Мировой. Джемали сумасшедший журналист. В общем, друзья, вот так вот выглядит... Nasıl olmuş? Güzel. Güzel, beğendin mi? Ha. Oraya baktın mı? Baktım. Valla, evet. Güzel. Stüdyo gördüm. Как дела? Хорошо, nein. Как тебя зовут? Я bilmiyorum senin o kadar. Senin adın ne? Cemali. Cemali. I'm Cemali, hi. Привет. I'm working here, привет. Adım Duva Dereç 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Tamam, görüşürüz. Вот такие вот веселые люди здесь работают. Как я уже сказала, в газете, в редакции сделали ремонт, и теперь все сделано, выполнено в корпоративных цветах компании, синим и белым. Вот вы видите, даже везде есть логотип. На верхнем этаже находится офис редактора компании, офис редактора газеты и телевидения. Ну а сейчас давайте пройдем в телевизионную студию. Очень все красиво, конечно, сделано в таких серых цветах, везде логотипы. И сейчас я вам покажу, как выглядит телевизионная студия. Вот отсюда управляют всем процессом. Все серьезно. И
Merhaba. Hello. Merhaba. Hi, I'm not Turkish. You are? Just kidding. Ah, okay. I'm a friend of Mehmet Ali Dil. I'm from New York. I'm very excited to see this news media room. Are you also working in media? I used to help the journalists people, but I'm in the security business. Ah, super. Yes. See you. Ну что, друзья, теперь мы находимся в студии. Студия выглядит вот так. Здесь стоят камеры. Первые эфиры, я думаю, что начнутся скоро. Здесь, наверное, будут новости, новостные программы, какие-то другие передачи. Как вы видите, за мной находится также хромокей, с помощью которого будут снимать также различные передачи и будет меняться фон в соответствии с темой выпуска. Также есть стол и зона ожидания для гостей. В общем, друзья, студия выглядит вот так. Очень интересно, красиво. Надеюсь, что и нам тоже удастся снять какие-то передачи именно здесь, именно в этой студии. Напишите обязательно в комментариях, понравилось ли вам и хотели ли бы вы видеть какие-то ток-шоу, например, на русском языке, именно из этой студии, какие бы темы вы хотели. Я думаю, что в ближайшем будущем это будет все реально. Ну а сейчас давайте пойдем на улицу и посмотрим, что же происходит на церемонии открытия. А сейчас будут разряжать красную ленточку торжественного открытия медиа-центра D-Media. Друзья, сейчас я вам покажу, какое количество ножниц. Посмотрите, какое количество ножниц. Вот этими. Hangi makaslar ile kesecek? Bunlar mı yoksa o? Bunlar. В общем, вот эти вот все ножницы для того, чтобы разрезать красную ленточку. Тут, наверное, их штук 30. А вот так, друзья, уже начались съемки для Dim TV. Интервью дает Джем Али, веселый журналист, которого вы видели ранее в видео. В общем, таким образом проходят съемки. Мероприятие уже закончилось, министр уехал, солнце садится, и мы сейчас отправимся на другое мероприятие. Проходят торжественные события в Алании. Мы поздравляем всех, кто работает в этой газете и будет работать в телестудии. Я надеюсь, что мы тоже здесь поработаем. Смотрите, вот так вот. Вот так вот. И я кышты. Идет ли нам сидеть в студии? Как Айхан? Айхан в виде студийного пришел. Ну, в общем, выглядит это примерно вот так вот. Надеюсь, что в скором времени мы здесь что-нибудь вам интересное расскажем. Ну, а на сегодня мы заканчиваем наше видео. Ставьте пальчики вверх, комментируйте. Надеюсь, что вам понравилось, было интересно. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Сейчас мы отправляемся на новое мероприятие, которое вы увидите в следующем видео. Ну, а на сегодня, на данный момент, всем всего хорошего. Пока-пока. Пока.